Содержать автомобили в полностью исправном техническом состоянии – это не разовое мероприятие перед прохождением техосмотра, а ежедневные будни военнослужащих части 5526 нашего города. Всегда быть в полной готовности к выполнению поставленных задач обязывает личный состав с особым вниманием заботиться о своих железных конях. В части ежегодно проводится государственный технический осмотр. Это мероприятие позволяет личному составу быть более дисциплинированным. Транспортные средства подготавливаются в течение всего года, проходит ежедневный уход, сезонное обслуживание и непосредственно перед техническим осмотром. Техосмотр является своеобразным подведением итогов, и в данной ситуации у нас впереди ожидаются европейские игры, на которых наши транспортные средства, возможно, будут выполнять задачу в какой-то мере, есть возможность того, что мы будем являться лицом республики в своем, по крайней мере, одной маленькой его частью. То, что военнослужащие войсковой части 5526 отлично справятся с поставленными задачами в случае необходимости, сомнений нет. Обеспечение правопорядка – это приоритетное направление для личного состава, неотъемлемой частью которого является высокий профессионализм и идеальное техническое состояние автопарка части. Поэтому технику здесь принято держать в полном порядке. Внутренние войска являются в какой-то мере кузницей кадров для органов внутренних дел, где очень многие военнослужащие в дальнейшем проходят службу, охраняя общественный порядок, защищая страну уже на других рубежах. За время службы в войсковой части 5526 солдаты проходят серьезную подготовку по всем направлениям. А умение обслуживать автомобиль – это мастерство, которое пригодится им и в жизни на гражданке. Техникой не очень давно увлекаюсь. Ну, пришел сюда в армию, дали машину, и за ней надо смотреть. Каждую машину надо перед каждым выездом все проверить, чтобы выполнить боевую службу. Армия дала опыт. И этот опыт пригодился солдатам при прохождении государственного техосмотра и в этот раз. Вся техника без исключения соответствует всем эксплуатационным характеристикам. Наталья Луговкина, Андрей Щерпа, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.